Добрый вечер, уважаемые форумчане Acer Club Room. Сегодня еще раз хочу подробнее остановиться на смартфоне Acer Stream и его возможности вывода видеоизображения через HDMI кабель на ЖК-панель. Итак, вот у нас смартфон, HDMI кабель. Включаем. Сейчас мы видим локскрин стандартный. Это Acer UI, User Interface. Новая и интересная система. Разблокируем экран. Вставляем HDMI кабель. Телевизор у нас подключен. Если, как вы можете видеть, появился значок телевизора. Прошу прощения. Появился значок телевизора. Система у нас готова к видеовыводу. На данный момент я разобрался только с тем, как подключить видеоизображение через стандартное приложение нашего аппарата. То есть это мы можем вывести видео. Это делается крайне просто. Выбираем ролик. Выводится запрос «включить». Отвечаем «да». Внимание на экран телевизора. Чувак, да просто офигеть! Как парк аттракционов! Полет от главного стыковочного дока займет 2 минуты. Держитесь и приятного полета. Изображение есть на экране нашего монитора. Нажимаем назад, выводится запрос. Да, остановить. Что мы еще с вами можем сделать? Мы можем войти в галерею и просмотреть наши снимки. То же самое, телевизор у нас подключен. Выбираем снимок. Запрос. Изображение у нас на экране. Для выхода достаточно нажать кнопку Home. Также мы можем смотреть слайд-шоу из ваших фотографий. Все просто. Запускаем слайд-шоу. Появляется снова запрос. Нажимаем «Да». Внимание на экран. Данные фотографии сделаны коммуникатором. К сожалению, в вечернее время качество не позволяет сделать качественные снимки, но если освещение достаточно хорошее, мы видим, что фотографии получаются приличные. Прошу вас не забыть, что это 75-сантиметровая ЖК-панель. Качество HD Ready, то есть с хорошим разрешением. Некачественные снимки вы бы увидели сразу. Пока на сегодня это все. С вами был Стивен. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе. Спасибо.